Пару дней назад популярная исполнительница Ольга Бузова выступила в городе Серпухов. Выбранный ею наряд для выступлений многих привел в недоумение. В своем микроблоге Ольга Бузова опубликовала фото, на котором она запечатлена в своем концертном костюме Серпухова. Многие обратили внимание на торчащий кусок зеленой ткани в области интимной зоны. Им Бузова вызвала шквал критики в свой адрес. Костюм неудачный, особенно вперед. Как будто что-то выросло между ног. Не понимаю, зачем из костюма посмешище делать. Чтобы больше поговорили и обсудили, так это бред, мерзко смотрится, написали подписчики. Сама Бузова, впрочем, никак не отреагировала на поток ненависти.